Всем привет, с вами Филипп, сегодня у нас Стар плюшевые игрушки. Он из пятницы с Фредди, Security Bridge. Сразу могу подметить, что навык выглядит немного не так. Сейчас появится картинка настоящей Луны. Например, вот тут не как штаны, не звездочку, а просто руки. Во-вторых, у штанов тоже должна быть такая-то, ну, юбочка. Сзади уже не должно быть просто все темно-синим, а должны быть микросхемы. Ну, все, я сказала, чем она не похожа. Вроде это все. И начнем обозревать. Здесь игрушки, воротник, пуговицы, а это штаны. А вот это самое клевое. Ночной колпак. Во. Теперь это гном. Я гном. У него красные глаза. Ну, и все, что можешь сказать. Ну, у него очень-очень-очень широкая улыбка. Как уж у Джокера. Ладно. Я вроде все сказал. Клевая игрушка. Она мягкая, как я говорила, она плюшевая. Вот. Также у него есть щечки. Вот с обеих сторон тут только она, ну, темненькая. Да. Бровь какая-то. Вот здесь ее нету. Она не просто темная, ее тут вообще нету. Ну, тут она так вот разделена. Тоже темная сторона. Ну, я вам все рассказал. Я гном. А на этом мы закончим. С вами был Филипп. Всем пока-пока!